с сожалением покидали уютные и гостеприимные берега Адриатики. Наполненные острыми ароматами экзотических растений, с легким пьянящим послевкусием молодого вина, романтическими ночными прогулками так. Под пронзительное стрекотание цикад. Ехала она все мимо и болела. Чего-чего? Да ничего. Эх, девчонки, отгуляем сегодня мой диплом, сяду на такую же вот яхточку и все, до свидашечки. Угу. Чем дальше уедешь, тем дольше возвращаться. Ну не все ж возвращаются, Зин. Да и потом. Тамарка у нас умница, красавица. Это она у нас тут, умница и красавица. А в Москве таких умниц и красавиц через каждые 2 метра до 7-го километра. Музыку можно потише? Держи, я сегодня добрый. И чё это ты добрый такой? Сегодня, старичок, выпускной в медиа. Торжественный вечер и дискотека. Чё это ты раньше дискотекам так не радовался? Я женюсь сегодня. Где ты женишься? На дискотеке? На дискотеке. На даче, меня там священник ждет. И кто твоя избранница? Помнишь, Тома Ерошина? Когда папу выбирали, она еще цветы ему вручала. Мы ее сразу приметили. Это что, она согласилась выйти? За тебя? Это не твое дело, понял? Слушай, Том, ну я реально не понимаю. Зачем ты хочешь уехать? Объяснить? Ну, давай. Так, а ну иди в зеркало посмотри. Что может быть более притягательным для нас? Так. Только ты тоже без обид, ладно? Ну вот я сегодня приходила к тебе хлеб покупать в магазин, так? Угу. Ну ты представь теперь, прошел год. 2 года. 10 лет прошло. Я прихожу к тебе в магазин, ты все так же хлебом торгуешь, а я его у тебя покупаю. И чё? Не понимаешь? Нет. Ну, тогда извини. Зачем тебе бабушкино украшение? А это не твое дело. Ведь Сергея здесь нет. А есть нереальный Майкл Джордан. Ну, почти. Что-то ты слишком веселый сегодня. Идет такой. Ну что, тебе нравится? Мне очень нравится. А тебе? Отлично, отлично. Ну все, тогда беги, снимай. Угу. Только что булавки не пооткалывались. Вечно у этой Ерошиной все не пойми, поймешь. Честно признаться, ну что ты до нее докапываешься? Ну хочет человек ехать, пусть едет. Я лично ей даже завидую. Сама бы уехала, если бы могла. Может, она в той Москве и правда счастье свое найдет. Ты, блин, какая-то, как воспиталка из детского сада. Счастье свое найдет. А тут-то что? Посмотри, дом свой, и пацки все за ней бегают. Ой. Вон Максим какой, красивый. И чемпион, между прочим. Да это он сейчас чемпион. Вон муж тети Нины Саютиной тоже. Карате занимался, а сейчас сидит в гараже с мужиками. На гармошке играет и водку пьет. Слушай, Ерошина, а ты слышишь меня? А если ты реально уедешь, то можно твоего Макса себе заберу? Да забирай. Только он тоже уезжает завтра в Рыбинск. Его там какой-то тренер присмотрел. Как так? Прошла любовь, завяли помидоры? Да какая там любовь? Так, ходила снимать, нечего делать. И чтоб другая шпана не приставала. Ты зачем взял отцовский пистолет? Это тебя тоже не касается. Что значит не касается? Давай сначала ему позвоним, наверное. Звони. Ну как, где твой телефон? Нет телефона. Нет. Нет телефона. Не трогай его. Что ты делаешь, ты? Быдло. Я не быдло. Я твой любимый младший брат. Придурок. Конечно, придурок. Поехали. Так, отстань от меня. Сережа, отстань. Сережа, прекрати. Помнишь, как в детстве? Блин, ты не понимаешь или что? Достал. Ты охренел, парень? Я спрашиваю, ты охренел? Что ты делаешь? Прекрати! Упал? Сам упал, перестань! Да перестань, ты чего? Ну что, Тарик, скинуть тебя вниз, а? Скинуть? Да перестань! А тут скажу, что сам мимо пандуса промахнулся! Отпусти! Скинуть! Вниз летел и шею сломал! Ну, что ты молчишь?
нет, девчонки, будет у меня совсем другая жизнь. Замуж выйду, детей нарожаю. Доктором стану хорошим, настоящим. Клинику свою открою, вот увидите. Ну да, мечтать, конечно, не картошку копать. Спину-то не ломит. Как всегда, в субботу. А с вами был ваш... Ну что, старичок, не ушибся? Ну вот скажи, почему ты все время всем мешаешь? Что ты делаешь? Отстань от меня! Если что ты об этом скажешь отцу, я не знаю, что с тобой сделаю. Какая же ты сволочь! Да. Все время задаешь какие-то проблемы, неприятности. Мы же все время о тебе заботимся. Ты понимаешь, какая ты обуза, а? Для меня, для отца, для матери, а? Почему ты не можешь вести себя, как все нормальные люди? Почему тебя волнует, что взял из кабинета отца? Дурака! А? Я забочусь о тебе! Тебя посадят! Нет, старичок, меня не посадят. Ты тут отдохни, полежи пока, часика два. Я потом с дачи приеду, тебя развяжу, все равно родители раньше поздней ночи не вернутся. А я тебе, чтоб ты тут не скучал. Все? Будь здоров. Ну что, как думаешь, девчонки сегодня наши будут в ударе, а? Думаю, да. Красивые такие, я смотрю. А вот у нас стоят. Это кто, Маринка? Сегодня пожалуйста. Девчонки, привет. Привет. Так а Саша выйдет, а Саша умер. Настите мяч. Нет, смешно же. Правда смешно? Тихо, заткнулись. Вон он, пошли. Стычок, костюмчики. Да, ты. Проблемы? Да нет, все хорошо. Мы по поводу выпускного. Пойдем, поговорим. Ну, давай. Ну, давай. А ты у нас чемпион, да? Ну, типа, да. Здорово. Тихо. Ну, чего хватаешь? Я что спросить хотел. Это ты с Томой Рошной гуляешь? Ну, я и что? Чего хватаешь? Тихо! Все, отгулял. Теперь ты моя девушка. Это что, она так решила? Нет, это я так решил. А ты сейчас получаешь диплом, идешь домой и кушаешь там мамины пирожки. Ну, разошлись, успокойся, нормально. Езжаешь в тему? А если нет, то что? Ты чего, тебя здесь урыть? Прострелить тебе живот, а? Прям сейчас прострелить? Ты так и пальнешь. Так что ли? Я тебе колено прострелю, понял? Будешь ты прыгать на ножке по дорожке. Или может Ерошиной колено прострелить? Не будет у вас семьи инвалидов. Глазам не смотри. Быстро разошлись! Что разошлись! Ты чё? Смотри в глаза. Добрый вечер, ребят. О, Сергуня. А я не признал. Темно. Богатым буду. А что это у тебя? Зажигалка, дядь Саш. Да? А ну покажи. Дядь Саш, ну вы же меня вон на машине с мигалками по городу катали, когда я маленький был. Что, вам врач, что ли, буду? Не говорю же, зажигалка. Говорю же, руку убери! Да стой ты! А это... А это со мной балуется. Ну, главное, ребят, все тихо, спокойно. Понял. Как в морге. Да, чемпион? Разошлись! Серег, мы не удержали. Ничего, потом удержите. Все в порядке? Да, нормально все. Кто это такой? Серега Лупарев. Лупарь. Слыхал о таком? Чего ему надо было? Так, ничего. Познакомиться хотел. Братанчик, заряди что-нибудь помедленнее, а? Да! Эй, йо! Суперский заплей!
теперь подаем анабиоз лирического сна. Медбратья! Приглашаем на супермедляк ваших очаровательных медицинских сестричек! Прямо сейчас! И поехали! Паря на даче, знаешь, как круто? А бассейн какой? Купальник вообще не нужен. Мы-то поедем, только Ерошина не согласится. У нее сегодня с Максом какой-то прощальный вечер. Макс обломается, сам с собой танцевать будет. Лесом гулять, веники вязать. Том, может быть, потанцуем? Нет. Послушай, если тебе здесь не нравится, давай поедем ко мне на дачу. Я там тихо, спокойно откроем шампанское. До свидашечки, юноша, до свидашечки. Чемпиона своего высматриваешь? Зря, его здесь нет. Он свалил, оставил тебя одну. Шутить так пытаешься? Нет, я сам видел. Иди, проверь, может, догонишь его, еще успеешь. Пиджак, Ми, пиджак, Ми. Макс! Макс, ты что, правда собрался домой? Да я тут... Мне мама позвонила, а там что-то... По хозяйству. А почему ты мне ничего не сказал? Ну, срочно позвонила. Ну, заболела она, там... В аптеку надо, что-то такое. Подожди, а потом? Мы же договаривались погулять сегодня. А меня на дачу зовут. Может, мне с ними поехать, а? Нет, ну, конечно же, нет! Но, в принципе, ты не против. Тогда я поеду. Да? Ты только посмотри, как прет. Опа! Наш клиент. Так. Так. Ну что, не работает? Пусика! Ты медленно вообще видеть умеешь? Шампусик! Да ты чего? Серега за руль сел раньше, чем ходить начал. Он на дороге царь бог. Поехали догоним! Ваня, расслабься. Чего? Ты номера видел? А кто это? Мэр наш. Лупарев Сергей Кириллович. А, ну хреновый улов тогда. Еще не утро. О, работает. Серег, может, хлебнешь, а? Я за рулем. Слушай, ты когда тебе это мешало, а? Заткнись, идиот. И вообще, нужно домой заехать к брату. Вот так, 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 поехали, а? Серег, ну чего ты кайф-то ломаешь, ну? Ну праздник же у нас, ну? Тома, скажи ему. Ну скажи. Тома, не переживай, все будет хорошо. Люська, пошли купаться. Не хочу. Я спасу тебя, принцесса! Я спасу тебя, бройлер!
А, вот ты где. Я хожу, смотрю, самая главная гостья куда-то пропала. Ищу, ищу и вот нашу. Красиво, правда? Красиво. Постой. Вот. Держи. Ух ты. Настоящий? Ну да, не стекляшка какая-нибудь. Это тебе. Это очень дорогая вещь, я не могу взять. Извини. Постой, это бабушка. Это мои бабушки. Я же такой не ношу. Я же парень. А ты примери, пожалуйста. Вот зеркало. Потом, пожалуйста. Очень редко вино тебе понравится. За твой отъезд. Ну, за отъезд можно. Только знаешь, луны я все-таки не возьму. Нет. Подожди, тебе не понравилось? Я не могу. Подожди, не снимай. Может, девчонкам покажешь или передумаешь? Я не передумаю. Выпьем. За что? За твой отъезд. Постой, подожди. Может быть, ты никуда не поедешь? Зачем тебе эта Москва? Неужели там лучше, чем здесь? У нас с тобой все равно ничего бы не получилось. Это из-за твоего спортсмена, да? Да при чем тут? Просто у меня будет другая жизнь. Понимаешь? Совсем другая жизнь. Да, я понимаю. Давай выпьем. За твою другую жизнь. Совсем другую жизнь. Вот так. Thank you.
парень таки пропал? Блин, братан, да что ты кайфы-то ломаешь, а? Я тебя спрашиваю, где лупарь? Ну, нужен он тебе, сам его ищи, а. Филя, ты ничего не попутал? И найди его и спроси, баньку-то пить нет. Ну, какая баня, братан, а? Такая. В случае чего он на меня ж наедет. Дай поцелуй. Дай поцелуй. Ребята, people, где вы? Парь! Ты чё орёшь? Ты чё орёшь? Ты чё орёшь? Ты чё орёшь? Что случилось? Я ничего, что? Ещё. Что? Я ничего, чё? Ты баньку скажи. Какой нахрен баньку? Вали отсюда. Опа-на! А? Что? Опа! Все, 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 концерт окончен, слышишь? Вот вам деньги, вали отсюда. Опа! Все, 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 все. Смотри, смотри, держи. Сейчас собираешь ребят и ловишь машину. Понял? Куда мы пришли? Какая нахрен разница? Давай, пойдешь пешком, вали отсюда. Чтоб через 5 минут у вас никого здесь не было. Давай, вали отсюда. Все, конец. Лупарь сказал, домой нам ехать. Нифига себе, а на чем, на метле? Сказал, попутку поймаем, вот баблишко отстегнул. Че, серьезно? Ну да. А что случилось-то? Они там типа с Томкой что-то замутили. Говорит, мы ему интим разрушим. Ничего себе поворотик. Какой нахрен интим? Так, я пошла посмотрю. Не, не советую. Лупарь пацан конкретный, может и нагрубить. Очень страшно. А говорили, весело будет. Надо было на набережную ехать. Да ничего, ничего, сейчас попуточку не поймаем. Пешкодралом до города доберемся, а там веселее будет. Зашибись. Что с рукой?
Тебе плохо? Может, врача вызвать? Не надо, спасибо. Пап, нам поговорить надо. Я пойду наверх, Сереж. Это Сергей? Пап. Понятно. Машина. Он машину твою взял. А? И на дачу к нам поехал с ребятами. Понимаешь, есть одна девушка, может быть, ты ее помнишь. Она победила у нас в конкурсе красоты. Тамара Ярошина. Пистолетовый из сейфа взяла. Может, что-то страшное случится. Евгеньевич, ты далеко уехал? Придется тебе вернуться. И побыстрее. Господи, боже мой. Давай, 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 Евгеньевич. Ну давай! Да куда уж гнать-то, Сергей Кириллович? И так взлетает. Взлетает он. О! Еще один Шумахер нарисовался. Не, ну ты видел наглый какой, а? Это тоже лупаревская машина служебная. Вы бы поберегли себя. Парень, ты уже взрослый. Да много ты понимаешь. На дорогу смотри. Взрослый. Не дай бог тебе такого взрослого. Давай, давай, давай! Я не понял, он что? Два в одном? Не знаю, может, жена его лупариха. Говорят, стерва редко. Весь бизнес под себя подмяла у нас. Да. Безнаказанность кругом. Ваня, ты человек молодой и неопытный. Так вот, честь отдашь, рука не отвалится. А вот зад отвалиться может, если со службы пнут. Фараоныч, хватит уже. О! Стоим! Сергей Кириллович, а мне-то чего делать? Ничего, сиди здесь. Сережа! 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 Лёшка! Лёшка! Не бойтесь! Не бойтесь! Я вам ничего не сделаю! Я вам ничего не сделаю! Но успокойтесь! Я вам ничего не сделаю! Успокойтесь! 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 Тихо, 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 тихо! Тихо, тихо, тихо! Тихо! Боже мой! Тихо! Алло, Миша, это Лупарев. Слушай, у меня к тебе дело. Срочное. Ты на дежурстве? Слава богу. Сейчас мой водитель к тебе приедет. Привезет девушку. Ее нужно осмотреть. Что? Да. Всю! Ты меня понял? Дождись меня. Дождись. Все. Возьми трубку. Возьми эту трубку! Давайте я. Не надо. Я сам. Осторожно. Я сам. Ты что творишь? Прикройся, гаденыш! Скотина! Нажрался, гаденыш! Это тебе зачем? Что? Ты знаешь, что это такое? Ты знаешь, что это? Ты знаешь, мерзавец, что это? Ты знаешь, зачем тебе это? Зачем тебе убить бы, суку, надо вот этим вот? Что ты с той девочкой сделал? Я люблю ее! Я люблю ее! А мать! А мать! А мать! Мать, ты свою не любишь! Мерзость, гаденыш! Грязь! Позор семьи! Грязь! Одевайся, скот! Я... Скот! Мерзость! Я... Мерзавец! Я... Мерзость! Я тебя в машине жду! Я прошу. Я просплюсь, я приду! Я приду! Ты знаешь где? На нарах проспись, гаденыш! Скот! Убить бы тебя! Батя! Мерзавца! Гаденыш, скот! Мерзавец! Thank you.
Значит, насилие имело место? Ну, судя по всему, да. Что еще? Ну, а этого что, мало, что ли? Еще могу сказать, что до этого у нее никаких подобных связей не было. То есть? Девушка, она была девственница. Я вообще должен был полицию вызвать, но пока решил. Ты запись в журнале делал? Так положено. Я вообще должен был полицию вызвать, но пока решил, тебя хотел дождаться. Миш, а можно сделать так, чтобы этой записи не было? Ну, ты же знаешь, я свои долги помню. За мной не заржавеет. Сергей Кириллович, ну, дорогой, ты же знаешь, как я тебя уважаю. Твою семью, сына твоего. Заходи. Он, кстати, где сейчас? В машине валяется. Пьяный в доску. Ничего не соображает. Ну, я могу сделать так, что этой записи в журнале не будет. Ну, а дальше что? Куда я девочку дену? Она сегодня выйдет из больницы. Куда она пойдет? В полицию. Они придут ко мне. Что я им скажу? Что с девочкой все в порядке? Ну, так первая же экспертиза покажет, что это не так. Миша, а в нашей полиции кто? Ваня Марякин? С Ваней-то как-нибудь договорюсь? Доброе утро. Извините. Доброе утро. Здрасте, Сергей Кириллович. Это вам. Спасибо. Пожалуйста. А? Ты лучше с девочкой договорись. А как ты говоришь ее фамилия? Ерошина Тамара. Пошли. Куда? К Ерошиной Тамаре. Договариваться? А, нет, нет, подожди. Я ей успокоительное дал. Раньше полудня не проснется. Я же просил, не эту рубашку. Каждый раз одна и та же. Боже мой, как все надоело. Слушай, если у тебя неприятности, не нужно срывать на мне свое плохое настроение. А я не знаю, что ты называешь неприятностями. Потому что ты не очень понимаешь, что происходит. Я-то понимаю. Я очень хорошо понимаю. Вот это подойдет? Прекрасно. Какая-то девица затащила нашего сына в постель. То есть она? Подожди ты! Она затащила нашего сына в постель? Да. А кто? Как будто ты не знаешь современных девиц. Ну да, действительно. Рожу раскрасит вот. Юбка едва лобок прикрывает. Пупок наружу с серьгой вперед. С пионерского возраста с парнями жить начинают. А в 14 лет уже первый борщ делают. Что ты говоришь? А что? Ничего. А твоя не такая, да? Ты знаешь, не такая. У нее все в жизни произошло в первый раз. Другой галстук дай. А твой сынок любимый ей еще какой-то гадости подлил. Да? Да. А если она такая дюймовочка? Почему же она с незнакомым парнем на дачу поехала ночью? В шахматы поиграть? А потом нажралась, залезла в койку, протрезвела, испугалась. И, ах, боже мой, что я наделала? А сейчас будет с нас денег требовать. Очень хорошо. Да ты хоть понимаешь, что ты говоришь? А если журналюги узнают, какая-нибудь гнида в области стукнет, тебе конец, и мне. Ты этого хочешь? Пусти. Ну сколько тебе еще можно ждать? Что лежишь? Сережа. А если я никуда не поеду, то что? Не поедешь, сядешь. Выгораживать тебя не буду. Наделал дел, отвечай. А может, я люблю ее? Закрой свой поганый рот. Слушать противно. Да оставь его в покое. Сережа. Вместе сидеть будете, как наседка здесь. Этот еще развякался. Вякать еще будет. Сережа, ну не нервничай ты так. Сережа. И с работой у тебя будет все в порядке. И с должности тебя никто не снимет. Ну кто тебя снимать будет? Сёма Усенков, Ваня Морякин. Ну да, они ж тебя сами выбирали. За твоей спиной живут, из твоих рук едят. Ну какой им резон тебя снимать? Друзья, друзья, я пока на ногах крепко стою. А стоит только поскользнуться, ищи свечи этих друзей. Все, ну, я пошел. Все, давай, за мной.
Евгеньевич, у тебя водички нет? Возьми на заднем сиденье. Убери. Бать, ну я же люблю тебя. Убери руки. Сиди спокойно. Ну я же... Убери руки, гаденыш. Дурак ты. Евгеньевич, куда ты едешь? Давай к приемному покою. Я здесь неофициально. Понял, Сергей Кириллович. Сейчас сделаю. Не надо, чтобы меня кто-нибудь видел с этим мерзавцем. Иди ко мне, гаденыш. Иди сюда. Иди, гаденыш. Будешь делать только то, что я тебе скажу. Говори только то, что я тебе скажу. Никакой самодеятельности. Да понял? Бать, понял. Иди, гаденыш. Люди, иди, что иди, делаешь? Иди. Люди тебе. Пошел. Миша, это мы. Я скажу, что идемте. Батя, что мне? Ну, заходите. Стой здесь. Да оба заходите. А, ну, а, ну, ну и где? Откуда я знаю? Проснулась и сбежала, наверное. Лишь бы не в полицию. Понятно. Миша, я тебе буду звонить. Хорошо, звони. Быстрее машину. Хватит! Куда мы едем? Туда. Моли Богу, чтобы она была там, а не в другом месте. Где? Ах ты, мерзавец. Федор! Иду. Ну где ты там? Стынет ведь. Все, ешь. Ну не соленая же. Соль дай. Геля! Да где ты там пропала совсем? Ну чё разбухтелся? Соль вот. Держи соль. Соберись, урод. Кажись, по нашу душу гости. Какие гости? Да ну тебя совсем. Приберись хоть тут. Тут не в помойке, встречать хоть. Ну, хоть и бухтишь. Со вчерашнего не проветрился. Вот. Ну что, хозяева, давайте стаканчики. А? Тут. Понял. Ах, зачем это оно? Так было хорошо. Пыльца. Ну что вы стоите? Садитесь. Садитесь. А, чай у себя дома. Садитесь. Садитесь. И я с вами посижу около столика. Так. Встань. Батя. А? Ну, давайте познакомимся поближе. Меня зовут Сергей Кириллович Лопарев. Знаем, знаем. Федор Валентинович. Очень приятно. Сергей. Ангелина Матвеевна. Очень приятно. А дочка ваша дома? Нет. Да. Не понял? Да или нет? Ну, это как сказать? А, ну, вы знаете, мне с ней просто поговорить нужно. Ну, если вы не возражаете. Тамара, это Сергей Кириллович, отец Сергея. Я понимаю, что вам сейчас тяжело, но мне необходимо с вами поговорить.
Но, вероятно, с вашей дочерью я познакомлюсь в следующий раз. Зато я вас готов со своим сыном познакомить. Знакомьтесь. Сергей Сергеевич Лупарев, собственной персоной. Посмотрите, какой красавец. Красавец! Ну-ка встал. Ну-ка встал! Да не встал ты, на колени встал перед этими людьми! Встал! Прощение проси, мерзовец! Не умеешь как? Головой! Вот! Люди добрые! Папа! Простите меня! Простите! Папа! Головой! Папа! Папа! Вот! Повторяй! Люди папа! Добрые! Простите меня, мерзавца! Пошел отсюда вон! Пошел вон отсюда, негодяй! На, вытрись. Идем в машину. Ну что там? Утихла гроза? Я ударил. Перед ними на колени встать. Перед кем на колени? Ну, значит, так надо было. Сергей Кириллович знает, как с простым народом разговаривать. Да о чем с ними разговаривать? Да, не рады. Дочка выходит на сына мэра. Ничего не понимают. Да ладно, Серега, не расстраивайся. В жизни всякое было. Ну, что делать будем? А? Ну, не знаю. В полиции были? Заявление писали?